На конкурс «Дети читают стихи» Джилакян Карина, 15 лет, село Цветочное, Белогорский район, Республика Крым. Лев Ашанин, «Волжская баллада». Третий год у Натальи тяжелые сны. Третий год ей земля горяча. С той поры, как солдатской дорогой войны, муж ушел, сапогами стуча. На четвертом году прибывает пакет. Почерк в нем незнаком и суров. Он отправлен в Саратовский лазарет. Ваш супруг Алексей Ковалев. Председатель дает подорожную ей. То надеждой, то горем полна. На другую солдатку оставив детей, едет в город Саратов она. А Саратов велик, от дверей до дверей. Как найти в нем родные следы? Много раненых братьев, отцов и мужей на покое у Волжской воды. Наконец ее доктор ведет в тишине по тропинкам больничных ковров. И притихшая слышит она, как во сне, здесь лежит Алексей Ковалев. Нерастраченной нежности женской полна, и калеку Наталья ждала. Но того, что увидела, даже она не понять, не узнать не могла. Он хозяином был ее дом и тревог, забивалой, лихим кузнецом. Он ли этот бедняга, без рук и без ног, с перекошенным серым лицом? И не в силах сдержаться от горя пьяна, повалившись в кровать головой, в голос вдруг закричала, завыла она: где ты, Лёша, соколик ты мой? Лишь в глазах у него два горячих луча. Что он скажет, безрукий, немой? И сурово Наталья глядит на врача. Собирайте, он едет домой. Не узнать тебе друга былого, жена, пусть как память живет он в дому. Вот спаситель ваш, детям сказала она, все втроем поклонитесь ему.